Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам о главных особенностях ухода за Акита Ину. Внешность этой собаки отличается особой выразительностью. Представители породы знамениты своей верностью и уравновешенным характером. Эти животные могут быть идеальными питомцами как для одиноких людей, так и для больших семей с детьми. Все это об Аките Ину, одной из древнейших японских пород собак. Как ухаживать за представителями этой породы? Сложно ли содержать таких питомцев? Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за Акита Ину. Акита Ину – собаки, которые нуждаются в дрессировке и социализации с самого детства. Новичкам в кинологии будет сложно воспитать такого своенравного питомца. Во время дрессировки будьте настойчивы и строги со своей Акита Ину, но ни в коем случае не грубы. Собака должна видеть вас лидера, которого она захочет слушаться. Акита Ину обожает находиться в компании людей, вот с другими животными отношения у них складываются не всегда гладко, особенно это касается собак. Акита Ину любит доминировать и не терпит, когда внимание хозяина достается кому-то еще. Уход за шерстью Акита Ину не сложен, однако имеет свои нюансы. Представители породы необходимо расчесывать специальной щеткой еженедельно. В период линьки лучше делать это ежедневно. Купать собаку стоит по мере загрязнения. Также важно не забывать регулярно осматривать глаза и уши питомца и при необходимости чистить их. Акита Ину – собака, которая нуждается в серьезных физических нагрузках. Они необходимы представителям породы для поддержания хорошего физического и психологического самочувствия. Специалисты рекомендуют гулять с этими собаками 2 раза в день, минимум по 1-2 часа. В каждый выгул важно включать элементы игр и дрессировки. Акита Ину – японская порода, которая приучена к определенному типу питания. Эти собаки любят морепродукты, рис и некоторые полезные для них виды водорослей. А вот мясо птицы, говядина и телятина, молочные продукты повышенной жирности могут вызвать у представителей породы аллергию. Помните об этом, составляя рацион любимца. Акита Ину – сообразительные и активные собаки, которые при должной заботе со стороны хозяина могут стать отличными домашними питомцами. Помните о перечисленных особенностях ухода, собираясь завести себе представителя породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!